Всем привет! С вами Маша, и сегодня я сделаю обзор и распаковку своей игрушки из Киндера Сюрприза. Давайте начнем с обзора упаковки. На упаковке мы видим надпись Киндер Сюрприз, красный кантик, в голубом прямоугольнике состав Киндера Сюрприза, голубой бегемотик, надпись Киндер, разноцветные шарики, таинчи игрушки, надпись и рисунок, который обозначает, что Киндеру исполнилось 40 лет. Поздравляю производителей Киндера, если вы смотрите мое видео. Ну, а с задней стороны мы видим тоже красный кантик, надпись Киндер Сюрприз, штрих-код, предупреждение и производители. Давайте же посмотрим, какая у нас там игрушка. Ну, эти два слоя мы, собственно, откроем. И мне попался. Сейчас откроем, что мне попалось. Мне попалась игрушка из коллекции Спринти. Давайте посмотрим, что это за спринтик такой. Ага, так, вот, собственно, инструкция. Первый шаг. Нужно взять мотоцикл и... Кстати, он инерционный. Нужно взять мотоцикл и взять вот за эту штуку. За эту штуку. Потом. И он поедет сам. Вау, как он быстро едет. Ну, в общем-то, мотоцикл серого цвета и колеса у него черные. Но также здесь изображены игрушки из другой коллекции мотоциклов. Итак, всем пока, с вами была Маша и обзор на мотоцикл из коллекции Спринти. Подписывайтесь на меня и ставьте лайки.